Те же позиции. Как минимум до центра старайтесь выходить. Можно на ходу идти, прицеливаешься, стрелять. То же самое, что вы стоите, без разницы. Да. Сейчас. Виталий, ты расшанешь на точку? Да. Вслепую они не стреляют, поэтому можно идти просто стрелять вот, с нужной вы скоростью. Вот. Я вот так вот побегу под прикрытием максимально. Потом мне нужно прикрытие за мной, Катя, по дороге. Или, а, Коля, по дороге прикрой меня. Да, ты справа ходи, глубже. Вот здесь, Коля, прикрой меня по дороге. Хорошо. Ты по этой, я иди туда, один на ходу. Кройте точку! Кройте точку! На точку. Там. Пошли направо, все втроем. Направо, втроем. Yeah.
Второй еще, второй! Кроем! Двое по центру и справа. Точку кроем, аккуратно, точку. Синяя. Уходите!
видел, да. Неуклюжий пешеход. Ну давай. Я бы мог сказать, что это все благодаря хорошему руководству, но, блядь, вы сами охуенно, да. Молодцы, молодцы, да. Катенька. Видишь, второе дыхание появилось. Да. Молодцы. Хорошо. Поняли, что все равно пиздец, да? Что же делать?